Ярослав Стори. Мы сегодня едем в парк аттракцион к Закольнике. Ребят, мы идем сначала на аттракцион, а потом идем есть с рычками, с гундюками, с креветками. Смотри, какая смешная. Сладкая вата. Очень вкусное японское мороженое. Пока что можно? Ярослав, давай пончик возьмем. Может, нам тогда пончик с маршмеллоу розовым? Ну что, мы решили все подкрепиться перед долгой прогулкой. Всех настроение очень хорошее, очень классная погода, солнышко. Иногда спасает ветерок от жары. Вот маленький хомячок. Вкусненько тебе, Ярик. Наверное, проголодался, молчишь. Что, дальше идем в аттракционы? Потом, да. Брызги долетают. А, кружка горит! Легкий морской бриз. Вот мы и подкрепились. Пошли еще. Ну как? Вкусненький? Когда бумаги, я это пью, реально. А сейчас ты большой, Ярик? Я большой малыш. Вкусный? Ой, попробуй. Давай. Да, он вкусный. А что там? Яблоко и ананас. А еще и бывает помидор и яблоко. Помидор и яблоко. Мне кажется, такого не бывает. Мама, сколько маршмеллоу. Вкусный, спасибочка. Пока, ветерочек. Попробуем в лабиринт пойти. Пойдем? Нет, не надо по цветочкам ходить. Они же красивые, смотри. Нет, нет. Надо меня отправить все телефоны, а? Класс. Отправишь? Отправлю. Все отправлю. Я с вами вот на колесо схожу, а на американские горки точно не пойду. С американскими горками с папой пойдешь? Да. Тут на крышу могут тебе. Хочешь тебе? Ура, мы дошли до парка аттракционов. Ваше падение! Ребята! Поехали! Куда хочешь? Сюда? Ручки трясутся, ножки трясутся, Ярослав переживает. И идем на взлет. Что, ребят, мы поехали. Ярик, переживаешь? Нет. Ручки вспотели? Нет.
Че, ты испугался? Чуть-чуть. Чуть-чуть Ярик испугался. Последний круг, да. На самом деле это было очень страшненько. Сейчас скорость будет, держите меня. Потом еще раз хочу. Хорошо? Это было страшно. Потом хочу еще раз. Можно? Конечно. Ребят, мы решили повторить. Пап, слушай, я очень боюсь. А ты? Давай. Ярослав, ты боишься? Нет. Ребят, мы решили прокатиться второй раз на этой вагонетке. И вначале Ярослав очень сильно испугался, а потом ему понравилось. И решили сесть в первые ряды. И вам снять от первого лица этот ужас. Вот теперь вот так будем ехать, а потом по-моему, это петля. Дедушку. Дедушка покупает билетики. Мамочка, и мы пойдем на колесо обозрения. Славом будем пилотами, и наша задача спастись от летающих драконов, которые будут во время полета нас атаковать. Ярослав будет стрелять из этих оружий. Ха-ха-ха.
нас скушали с тобой. Нет, мы выиграли. Ну, пойдем в баночку посмотрим. А ты будешь играть или нет? Будешь? А? Будешь? Ну, давай. Как ты? Как ты? Все, давай, спрошу. Ну что, папа проиграл. Теперь мама решила тоже попробовать, потому что папа сказал, то есть мама сказала, что папа мазила. Посмотрим, как мама сейчас сыграет. Ну что, мама, давай. Ха-ха-ха. А мама говорила, что это легко, это нелегко. Так, теперь моя очередь, тарелочка. Опять пусть папа, папа. Monster kill. Папа победил. А мама проиграла, папа. Посмотри. Папа тоже промазал баночку, между прочим. Да. Получается, из двух игр, из трех. Да, из трех игр мы выиграли вот такую вот большую собаку. Ребенок очень довольный. У него счастье. А теперь мы, наверное, пойдем покушаем. Немножко отдохнем и просто продолжим прогулочку в этом прекрасном парке. Сколько сейчас игрушка стоит такая вот мягкая? Ну такая, ну больше 1000. Ну 1000 рублей. Одна игра стоит 300 рублей, мы потратили 900 рублей и выиграли мягкую игрушку. Это победа. Ты что, Брама? Ну что, ну извините. Ну, надо было вот так стрелять. Ну, надо было самому тогда кидать. Что ты маму-то отправил? А я тоже был мои проиграть. Ой, ну и что? Тебе было бы не так теперь обидно. Теперь два свистка. Пойдем на это. Два свистка у нас. Облой сел рано, 12 лет. Ой, но, если только это сказать, до сих пор, а у меня были длинные волосы. И я до сих пор иногда снится, что я выхожу из воды, руками, вот так. Кто? Застрелялся. Ну что, пап, ты. Ага, а мама сегодня все носит. Мама носит игрушки. Наш выигрыш, носит. То есть, в принципе, это Ярослав выигрывает все время, да? Ну да. Ярик же маленький, у нас победитель. Все время выигрывает у папы, а папа всегда проигрывает. Но сегодня, кажется, папа отличился. Ребят, мы сейчас подкрепимся и пойдем дальше гулять. Небольшой парк. Дорожка. Очень интересно, очень зелено. Здесь, наверное, классно кататься на велосипедах, на роликах, на скейтах. Красиво прогуляться. Можно сделать пробежку спортивную. Помимо есть и спортивные мероприятия, вот мы увидели очень много теннисных кортов для большого тенниса. Очень много людей играют, взрослые, а также и дети. Опять Ксюнова, одни портреты. На работе не буду. Ярика, посмотри, там такая вот фиолетовая. Я не вижу. Ну, мы погуляли в парке, нам очень понравилось. Да. Мы выиграли игрушку, катались на скоростной горке американской. Вот, вагонетка. Вагонетка была, да? Да. Как ее зовут? Вагонетка? А как? Ну, как она называется? Так и называется. Мы все советуем этот парк, здесь очень большая территория. Ездить, погулять. Ездить даже пожарить шашлыки. Да. Нам очень понравилось. Но что мы скажем своим всем друзьям? Пока-пока. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик и на красную кнопочку. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. И подписывайтесь на наш канал Ярослав Стори.